Зрелищно и нервно прошел финал чемпионата города по баскетболу. За первое место боролись команды «Полет» и «Звезда». В составах опытные игроки сборной «Сарова», ветераны спорта, а также несколько молодых баскетболистов, которые стремительно набирают обороты. Команд, в принципе, у нас на чемпионат города больше всегда выходило. Но пандемия внесла свои коррективы и организовалась, так скажем, вот, в основном две самых сильных команды. Ну, сегодня повезло, конечно. Большая удача улыбалась команде «Звезде». «Полет» удивлял комбинациями, «Звезда» – скоростью и давлением в обороне. Однако к середине встречи отрыв последней команды был уже существенным. Потом один за другим последовали штрафные броски. Игроки иногда ценой падений и столкновений пытались удержать мяч. Звездные спортсмены взяли соперников напором и до конца матча удержали весомое преимущество в счете – 109-68. Игра складывалась, да, достаточно легко. У нас команда опытная и молодая. Играли пятерками молодых и опытных. Мы бегали, опытные забивали. Соперники тоже достаточно опытные игроки. А им, мне кажется, не хватило просто молодости. То есть у них очень много опытных игроков. Ну, не хватило скорости, не бежали. После финального свистка организаторы наградили призеров и лучших игроков чемпионата. В команде «Звезда» им стал Юрий Минасян. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».